Прилетела птица ясная, приютила я ее. Я просила солнце красное, сердце не губить мое. Не ломай ты птицам крылья, не прибавишь ни гроша. Ты не видишь, как из тела ускользает их душа. Я любовь свою запрячу, да я тебе не покажу. Как семью ручьями плачу, я никому не расскажу. Не ломай ты птицам крылья, не прибавишь ни гроша. Ты не видишь, как из тела ускользает их душа. Не ломай ты птицам крылья, не прибавишь ни гроша. Ты не видишь, как из тела ускользает их душа. Сделал, как просила я, птицы ясной не видать. Улетела в небо синее, не смогла твоею стать. Не ломай ты птицам крылья, не прибавишь ни гроша. Ты не видишь, как из тела ускользает их душа. Не ломай ты птицам крылья, не прибавишь ни гроша. Ты не видишь, как из тела ускользает их душа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла. Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом ЭНСК-49. Меня зовут Стас Чибриков, и приятно, когда приходишь в студию, садишься, смотришь, а тут красивая женщина поет красивую песню. Алевтина Леонтьева, певица, диктор и актриса, дубляжа у нас в гостях. Доброе утро, Алевтина. Доброе утро. Алевтина Леонтьева – певица, голос которой вы слышите каждый день и точно знаете, потому что она не только поет, но еще и озвучивает рекламу. Профессиональную деятельность начала в 15 лет. Выступала в группах «Культурный бункер», «Мельница», затем начала сольную карьеру. Алевтина – финалистка отборочных туров музыкальных конкурсов «Евровидение» и «Славянский базар». Я так понимаю, автор, ну уж слишком проникновенно поете, автор слов, автор музыки – это вы. В основном я. В основном тут, то есть... Но мне также пишут и слушатели порой. К вам приходят письма: «Алевтина, не могли бы вы спеть мою песню?» Да. Например, были у меня слушатели давно еще на концерте поэтессы Екатерины Баранова и оператор Первого канала Павел Байдалов. Угу. Они вдвоем написали песню, мне ее предложили, песня «Закрыть глаза». Вот, и я с удовольствием ее спела. А для вас проще песни свои исполнять или чужие? Потому что свои-то вы знаете, что хотели выразить. А... На мой взгляд, вообще я люблю петь песни, если они мне нравятся, любые. Но на мой взгляд, почему я с удовольствием пою чьи-то песни, я же ограничена своими шаблонами и штампами. А другой человек, он может иначе как-то написать, иначе взглянуть на мир. И вот мне это очень интересно.
Угу. Скажите, а в Москве сложно с какими-то, не знаю, ну, назовем их, да, звезды первой величины, например, сделать дуэт какой-то? И сколько это стоит? Я не знаю, сколько это стоит. В принципе, у меня есть в друзьях звезды первой величины, но для того, чтобы им было интересно делать этот дуэт... Ну, например, Лепс, да, вот с Лепсом спеть сложно? Не знаю. Не, я не этот вопрос. После эфира позвоню, спрошу у него, да. Вы не только певица, вы великолепная певица, но многие, хотел сказать, вас знают, но тут вопрос, да, знают. Знают, знают. Они просто не знают, что это я. Вот, рекламы. Я знаю, что даже пару фильмов вы дублировали. А почему, кстати, только пара? Это тяжело или... Объясню сейчас. Дубляж фильмов мне интересен, но когда я решила вот в эту область повернуться, я уже собиралась второго ребенка рожать. А там полный рабочий день, я прикинула, некогда рожать будет. А кого вы дублировали? Это какие-то... Нет, это фильмы, ну там разные герои были. То есть это не то, что вот прям, как бывает, знаете, не как Брунов, все время Ди Каприо. Да, да. Нет, не так. Не так. То есть я просто за девушку разговаривала. А мысли не было вернуться в это сейчас? Сейчас у меня все мысли сосредоточены на том, чтобы нормально вернуться в музыку. Не разорваться же мне, правильно? Про рекламу. Скажите, а не обидно как творцу, как актрисе, что все, например, там какую-то вашу фразу знают, мы, кстати, сейчас обязательно попросим, чтобы что-то там пропели, произнесли, все вашу фразу знают, а вот не знают, что это вы. Я вообще не понимаю, что такое обидно. Ну, тщеславие, как, это я говорю. Нет? Вообще не возникало такой мысли, вообще. Видите, поселил. Да, смотрите, у меня есть вот такая профессия, где я на сцене, да, а есть профессия, где моя задача сделать так, чтобы мой голос подходил этому герою. И, допустим, это по внешности, по характеру, по звучанию, чтобы, допустим, как у нее мимика работает, да, то есть чтобы это все очень было гармонично. И здесь меня в этом случае нет. А как вам присылают этот ролик? Нет, в Москве есть там какое-то количество крупных компаний, которые занимаются производством видеопродакшенов. Да, видеопродакшенов. И практически в каждой компании есть база дикторских голосов. Поскольку я топовый рекламный диктор. Да громко заявите, повторяйте за мной, я топовый главный диктор. Я топовый рекламный диктор. Главный рекламный. Да, ну это так, правда, это не из-за понтов, а вот как так получилось, да. Потому что такая-то марка, без твоих идей не обойтись, да? Так. Или там, такая-то марка, советуют профессионалы. Косметика, да? Советуют профессионалы. Да, здорово. Там, да? И еще что? То есть я озвучиваю очень много, и мне кажется, что среди моих коллег нет диктора, который бы хоть раз не озвучивал какой-нибудь бренд. То есть это было обязательно. Я не знаю, какой я не озвучивал. Ну, правда. А вокально приходилось? Приходилось. Значит, это тоже интересный момент, поскольку у меня не было никогда задачи свою вокальную историю засовывать в рекламу и там свой голос как-то, вообще у меня такой задачи не было, то я сказала, что это стоит в два раза больше. Чтобы вы спели какую-то рекламу. Да, в два раза больше. Мне сказали, ой, дорого. Ну, я говорю, так много же дикторов есть, пожалуйста. Хитро, у меня нет, у меня вообще такой нет необходимости. Ну и что? Ну все равно надо обращаются. То же самое я сделала на рынке с иностранными языками. То есть я для дикторов фактически на рынке установила двойную ставку за озвученный ролик на иностранном языке. Так вы еще и на иностранных языках? На английском. Это на за границу? Да, раньше была такая практика, когда, допустим, какой-то бренд выпускает ролики на, например, Восточную Европу, и им надо показать, как это должно звучать. Они заказывают это в Москву, я озвучиваю на английском, им посылают этот ролик, и они уже вот в таком виде озвучивают. Алевтина Леонтьева,
поделится с нами, я думаю, еще секретами для тех, например, кто хочет стать начинающим диктором, актером озвучки, секретами из своей профессии. Не переключайтесь, небольшая информационная пауза от журналистов телеканала N49, песня, и снова увидимся. Закрыть глаза и захлебнуться тишиной и радостью, и болью одиночества. И каждый раз, мечтая под луной, признаться, как с тобою быть мне хочется. Глаза и дотянуться до мечты, просить ее покорно вдохновения, всю жизнь идти по Млечному пути, храня свою любовь от сожаления. Закрыть глаза и незаметно для других быть звездочкой у самой яркой в небе и показать тебе, как делят на двоих любовь и радость и надежду, быль и небыль. Закрыть глаза и дотянуться до мечты, просить ее покорно вдохновения, всю жизнь идти по Млечному пути, храня свою любовь от сожаления. Млечному пути, храня свою любовь от сожаления. Закрыть глаза и дотянуться до мечты, просить ее покорно вдохновения, всю жизнь идти по Млечному пути, храня свою любовь от сожаления. Закрывай. Всем тем, кто только что к нам присоединился, доброе оранжевое утро, дорогие друзья. Меня по-прежнему зовут Стас Чибриков, и в гостях у нас певица, диктор и актриса дубляжа Алевтина Леонтьева. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Еще раз спасибо вам за вашу песню. Мы до перерыва говорили о рекламе, о том, как вы озвучиваете. Как вы пришли вообще вот в эту профессию? Я эту историю рассказываю своим студентам, поскольку я преподаю в школе радио и ТВ на Шабловке. Ну, вот считайте, у нас творческий вечер. Да. Когда в 90-х на рынок России хлынули новые товары,
а дикторы были старой школы, то возникла потребность в молодежных голосах совершенно с другой подачей. То есть старые дикторы – это все-таки что-то статичное? Это вот когда я работала на радио «Культура», конечно, я садилась в студию, и я сразу же надевала на себя. Сегодня в передаче вы услышите отрывок произведения «Тыр-тыр-тыр». Да, вот. Непонятно. И вот это совсем... Вот, да, это старые школы. Но с такой подачей невозможно озвучить какой-нибудь шоколадку, напиток, шоколадку, да, и так далее. И я уже пела, я была школьницей еще, я пела. И я обращалась за аранжировками к музыканту, который работал в рекламной компании «Мелехов и Филюрин» в Новосибирске. Угу. И однажды они говорят мне: «А давай-ка ты нам спой». Я им спела рекламу, это была первая в жизни реклама. Помните ее? Да. А можете сейчас? Идеал, подсолнечное масло, идеал для рыбы и для мяса. Я не буду до конца. Ну, хорошо. Вот. А потом они меня попросили уже дикторскую какую-то историю рассказать. Уже, чтобы вы говорили. Да. То есть, получается, вы на тот момент были не профессиональным диктором. Вы школьница, да? Я школьница. Вы поете. Я школьница, но поскольку я прекрасно озвучила... Подсолнечное масло. Подсолнечное масло, вокальная история, она не как бы... Певец не всегда может быть диктором, тем более рекламным диктором. В общем, я озвучила им рекламный ролик как диктор и мгновенно заняла нишу молодежных голосов Новосибирска и зарабатывала на конфетки себе. То есть, рекламируя конфетки, зарабатывали на себе конфетки, на конфетки. То есть, все, что касалось, все, что молодыми мы слышали в рекламе в Новосибирске в 90-е, это вам. Ну, не все, но я там тоже была, да. В Москве вы уже пришли, соответственно, с неким кейсом, да? Смотрите, тоже какой кейс. Когда мы живем в Сибири, мы не знаем, что, оказывается, для Москвы у нас говор. Хотя считается новосибирский язык самый правильный, только чокаем, а так... И у меня дети чокают, кстати. Чокают, да? Вот они родились в Москве. Это корни. А мать чокает, да. Кстати, в Москву вы сами отправились покорять или вас позвали? Нет, меня не звали. У меня просто по плану был переезд. Я заканчиваю институт и переезжаю. Все, я взяла сумки и переехала. Ну, достаточно смело все равно. Страшно было. С нашим говором отправилась. Я об этом не знала. Я об этом не знала, но поскольку, когда я переехала, я сразу попала в компанию москвичей, у них был акающий говор, говорили они все исключительно, то у меня была возможность слушать эту интонацию. И перенимать. Да, и в течение года, потом мне где-то через год сказали, что ну все, твой сибирский пропал. Появился московский, опять проблема. То есть правильным считается это московский? Нет, диктор должен быть нейтральным. Аканье московское, оно, по идее, тоже не должно пролезать в эфир. И когда вот сейчас, допустим, я не беру много, я работаю со студентами, да, это взрослые люди приходят, и я безошибочно определяю, я сразу: да, а где вы родились? А значит, рецепт вам если вот такой-то. Да что, в Москве вы уже слышите, нет. И я спрашиваю, где вы собираетесь жить? Потому что если человек не собирается жить в Москве, то нафиг надо, зачем? Не надо. Наш говор, пусть он в Сибири, и будет нормально все. Вот. И вы приехали и неожиданно выяснили, что вы с говорком. Конечно, и, да. И вы пошли переучиваться. Я не пошла, нет? Он у меня пропал через год автоматически, просто потому что я слушала и говорила, перенимала все. А первые ролики московские помните? Нет, не помню, не помню. Но я потихонечку начала, где-то в течение 2 месяцев я уже вышла на базовую зарплату, которая позволяла мне не переживать о завтрашнем дне. Хорошо. А в течение 3 лет уже вообще я в топы вышла и все. Ведь в рекламе, скажем, это для наших зрителей, в рекламе одной мобильной компании там есть такая вот брюнетка. Да. Вот, а скажите что-нибудь ее. Искусственный интеллект. Я не скажу, как меня зовут. Алевтина, вот уже. Это интересно.
А на английском языке вы говорите тоже, озвучивали, но это же безумно тяжело, вы должны без акцента говорить на английском. Как этого добиться? Мне кажется, что когда просят не носителя, они должны понимать, что это не носитель. Mm. Хотя, когда вот я жила в Сибири, и мы студентами здесь вот бесконечно тусовались с американцами, то американцы думали, что я просто ирландка. Они... Ирландский акцент? Он говорил, что я не понимаю, что у тебя русский акцент. Ага. Мне кажется, что ты говоришь, как в Ирландии. Но это было давно, мой язык давно уже опечалился. Уже не такой ирландский. Только на английском приходилось? Или какая-нибудь экзотика, китайский, японский, не знаю, корейский? Ну, когда там пытались там что-нибудь из-под меня вытащить какой-нибудь язык, ну, бывали такие задачи. Но это... Тогда мне нужен был носитель, за которым я повторю по слуху эту фразу. А на радио я удивлен, почему вы с таким талантом на радио не пробовались никогда? И, соответственно, сразу же и на телевидении. Во-первых, я некоторое время работала на радио, совсем канал немножко. Культура. Нет, это я там делала оформление эфиров. А. Это тоже вся, ну вот эта скажите история. Что-нибудь из оформления эфира на культуре. Ну, я там... Сегодня вы услышите произведение по мотивам. Ну, это вот, да, культура, да. А на радио я некоторое время работала ведущей эфира. Но для меня это сложная история. То есть мне проще, вот когда меня кто-то ведет. Это вот вы видите меня. И я работала на телеканале «Столица». Передача была про продукты. И про качество продуктов, конечно, я очень много общалась за кадром со всеми специалистами, и после этого я вообще не знала, что можно покупать в магазине. Поэтому ушли оттуда. Нет, канал закрыли. Слишком некачественные продукты пришлось уйти. Ну, не знаю, конечно, как у вас на все это хватает времени, учитывая, что двое детей не очень взрослые. Не очень. Впереди какие планы? Что вы хотите еще делать? Альбом еще записать? Вы сказали, развиваете музыку. Да, мы сейчас готовим программу и собираемся ее катать по ближайшим от Москвы городам небольшим, чтобы далеко не отъезжать. Это будет программа в таком же стиле, вот как вы сегодня. Там вот немножко фолк, да, это можно назвать, и не фолк. В принципе, две части программы, хотя я хочу включить, на удивление, почему-то у меня нет сопротивления, какие-то песни, которые знают люди, но чтобы мне было приятно их петь. У вас огромный плюс, вы можете не только петь, но и сами объявлять свои песни. Это очень красиво. Алевтина Леонтьева была у нас сегодня в гостях. Москвичка, бирчанка, которая училась в Академгородке, певица, актриса дубляжа, и, в общем-то, диктор и просто замечательный человек. Я с вами прощаюсь, меня зовут Стас Чибриков, но «Оранжевое утро» свою работу не заканчивает, впереди еще много чего интересного, уж поверьте мне, никуда не переключайтесь, и желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и вообще всего хорошего в жизни. Пока-пока, друзья!